Набрать необходимое количество препаратов шприц с точностью до 0,1 мл, повысить эффективность соблюдения санитарных правил, снизить нагрузку на медсестер и минимизировать риск ошибок медицинского персонала, практически исключая человеческий фактор. Всего этого позволит добиться новая система смешивания растворов для новорожденных и недоношенных детей, которую установили в Магаданском соматическом стационаре. Аппарат проверяет необходимость дозировок, какие мы набрали. Подтверждаем. Вот все. Это заняло буквально несколько секунд. Уже раствор для одного пациента готов. То есть это многокомпонентный. Многокомпонентный, да. То есть еще 4-5 компонентов можно, в принципе, вводить. Теперь, чтобы подготовить для маленького пациента необходимое лекарство, потребуется всего несколько секунд и пара нажатий на кнопки пульта управления. Раньше на это уходило гораздо больше времени, а количество препаратов отмеряли вручную. Денис Сахнов добавил, что благодаря этому оборудованию оснащение соматики выходит на один уровень с клиниками ведущих федеральных центров. Об этом, демонстрируя возможности техники, врач рассказал министру здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александру Витько. Ну, интенсивная терапия у детей новорожденных, недоношенных имеет ряд особенностей. В частности, это необходимость набора нескольких препаратов с точностью до 0,1 мл в один шприц. Ну, то есть самый маленький ребенок, которому необходимо там самые-самые маленькие миллиграммы, чтобы это все дело, как говорится, не набирать шприцами, да, не вводить. Данный прибор позволяет, я так понимаю, очень четко, конкретно, понятно и быстро реализовать. И это позволит, самое главное, улучшить качество оказания медицинской помощи самой маленькой категории нашего населения. То есть выводит оказание помощи этому контингенту пациентов на качественно новый уровень. То есть мы идем в ногу со всеми большими центрами, где такое используется уже давным-давно. Эффективность работает и увеличивается. А появилась новая система в лечебном учреждении благодаря социальному партнерству с банком ВТБ. Напомним, в мае он подарил Магаданскому областному центру охраны материнства и детства сертификат на приобретение оборудования для лечения новорожденных. Первое. Я очень благодарен банку ВТБ за оказанную помощь детской больнице. Второе. На мой взгляд, это яркий пример сотрудничества государства и частного бизнеса, где мы видим сегодня тот результат, который мы получили. Данная медицинская техника, которую сегодня любезно нам предоставила банк ВТБ, вы видите, что это современное оборудование, которое будет работать на самых маленьких пациентов, которые будут находиться в данном лечебном учреждении. На мой взгляд, вот такое социальное партнерство – оно очень важно для населения Магаданской области и говорит о том, что медицина не существует сама по себе. И то, что сегодня мы совместно делаем, на мой взгляд, это принесет очень хорошие результаты в плане лечения наших пациентов. В этом направлении соматика сотрудничает с банком ВТБ уже больше 10 лет. В 2013-м закупили новое оборудование почти для всех отделений больницы. В 2019-м ручной и портативный аппарат ИВЛ. Теперь систему смешивания растворов. Здесь уверены, такое сотрудничество на благо маленьких жителей Магаданской области обязательно будет продолжено. Олеся Хитогурова, Артем Булгару. Специально для Карибу.